Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Осетров Плей. Смотрите, я выполнила один огромный квест. Это квест Черного Медведя. И это у нас последний квест, который нужен для получения... Та-да-да-дам! Еще одного мифика. Сейчас я его сдам Черному Медведю и получу второго мифика. Ну что, погнали получать? Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сначала я сдам мед и потом отправлюсь за мификом. Смотрите, кстати. Черный медведь и рядышком маленький медвежонок. Все! Ура! Вы только посмотрите! Этот медведь дал мне мифика. Что же он мне сейчас еще задаст? О, ну и все. Теперь задания уже не такие сложные. Всего-то 250 миллионов пыльцы и 75 миллионов ананасов. А я пойду и посажу в свой улей новиночку. Посажу я нового мифика. Вот, кстати, это яйцо. На место одной из Brave Bee. Я выбрала вот эту. Та-да-да-дам! И как вы думаете, что мне попадется? Ух ты! Да ладно! Это один из новых для красной пыльцы. И он такой как бы выглядит из двух половинок. То есть, если я захочу потом идти в красную пыльцу, он... мне очень-очень сильно пригодится. Сейчас я посмотрю, что у него за способности. Так, вот он. Плюс 5% критического шанса. Это хорошо. Еще плюс 3% суперкритического шанса. И плюс 7 атаки. Да, получается, эта пчелка у нас для атаки. Хороша. У него есть как там, какая-то там еще пассивка, но я пока это не буду читать. А если я сделаю ее одаренной, то еще будет бонус плюс 3% суперкритического шанса. Вот такая вот пчелка, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть у вас эта пчелка или нет. Ну и напоследочек пойдемте немножечко пофармим с ней. Пойдемте на самый верх. Немножко пофармим с новой пчелочкой. Я посмотрю, как она выглядит. Интересно, мне ее будет видно? Так, это она? Нет, это не она. А где она? Вот она у нас. Вот, смотрите, я вам ее поближе покажу. Ох, она как раз копается в красной пыльце. Вот она. Села на горшочек. Симпатичная пчелка. Я рада, что мне она выпала. Ну да, фарм у меня теперь отличный. Это не зависит, конечно, от этой пчелки. Просто уже мой улей достаточно раскачанный. Еще, конечно, его можно и нужно совершенствовать. Много, кстати, ребят в комментариях к нашим роликам советуют мне переделать улей. Конечно же, я это сделаю. Мой улей не останется таким же. Но всему свое время. Сейчас первоочередная задача — это взять кокосовую канистру и кокосовые ботинки. Ну, я думаю, что на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока-пока! Медвежонок говорит всем пока.